Один стационарный, другой мобильный. Парк оборудования ультразвуковой диагностики Ульяновской областной больницы пополнился двумя американскими аппаратами экспертного класса стоимостью около 18 миллионов рублей. Портативные и стационарные аппараты предназначены для исследования сердечно-сосудистой системы пациентам отделения острого нарушения мозгового кровообращения и для пациентов острого инфаркта миокарда. Портативный аппарат он предназначен для пациентов реанимационных отделений и тяжелых нетранспортабельных пациентов в палатах. На оборудовании можно исследовать состояние главной человеческой мышцы, артерии, вены, проводить транскраниальное обследование. При помощи ультразвуковых датчиков измеряется скорость кровотока по всем сосудам шеи и головы. В отличие от своих предшественников, эти аппараты быстрее, результативнее, качественнее, имеют больше функций и дают четкую картинку, что важно для врача-клинициста. Срок службы у них от 7 до 10 лет. Оборудование используется суточно и в дневное, и в дежурное ночное время. Но это высокая нагрузка и потребность отделений. Идентичные УЗИ-аппараты также закупили в кардиохирургии, кардиологию, поликлинику больничного комплекса. Оснащение ведется в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, а также региональной программы, суть которой – улучшить качество и повысить доступность медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Ульяновской области нацелены снизить смертность от таких диагнозов до 580 случаев на 100 тысяч населения. Рената Лиулова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.